Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит прибыл в Санкт-Петербург для участия в 22-м международном экономическом форуме ПМФ. Стало известно, чем почивал французских гостей российский лидер Владимир Путин. Встречая у Константиновского дворца Макрона с супругой, Путин подарил первой леди Франции букет цветов. Прогулявшись по террасе с видом на Финский залив, главы государств на двусторонние переговоры, диалог проходит в формате официального обеда, удалось выяснить, и меню президентской трапезы передает Пятый канал. Путин почивал Эммануэля и Брижит Макрон блинами с черной икрой, холодным борщом, стейком из осетрины с фенхелем и поил краснодарским вином. Также меню включает и такие деликатесы, как закуски из краба, козий сыр и яблоки в карамели. Одним из вариантов горячего станет оленина с артишоком, передает сайт «Комсомольская правда». На десерт президентам будет предложен шоколадный торт, блины с черной икрой, холодный борщ с козьим сыром. Коллеги из РИА сняли меню обеда Путина и Макрона. pic.twitter.com/8liutripcasp. Дмитрий Смирнов, собака Дим Смирнов, 175, 24 мая 2018 года. Ожидается, что Путин и Макрон помимо экономического сотрудничества обсудят ситуацию вокруг сделки с Ираном, Сирию и Украину. ПМФ стартовал 24 мая в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Напомним, Эммануэль Макрон и его 65-летняя супруга пробудут в Санкт-Петербурге с 24 по 25 мая. Центральным событием Международного экономического форума станет пленарное заседание. В нем, помимо Путина и Макрона, примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, гендиректор Международного валютного фонда Кристин Лагард.